Зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаляму алейкум, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас в прямом эфире программы «Маңызды мәселе». Печень – это уникальный, удивительный орган, который выполняет очистительную функцию нашего организма. Но наряду существуют грозные патологии, которые тихо пожирают ее. И у нас лишь возникает один вопрос. Почему вирусные гепатиты столь актуальны? Ответы на эти вопросы и на другие вопросы расскажут и дадут гости нашей сегодняшней студии. У нас сегодня в гостях Александр Витальевич Нерсерсов, доктор медицинских наук, профессор, зав. Кафедры гастроэнтерологии и гепатологии, НИИ кардиологии внутренних болезней. И Джумабаева Алмагуль Еркиновна, главный внештатный гепатолог города Алматы. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что вы уделили свое внимание и пришли к нам. Ну, сейчас вопросы, связанные именно с этой патологией, насущные, да, на сегодняшний день. И статистика, она оставляет желать только лучшего. Но вот я выше сказал, что печень, она выполняет функцию очистительную. Какую она еще функцию выполняет, помимо? Какие они, когда? Угу. Серик, во-первых, спасибо за приглашение. Действительно, тема крайне важная, актуальная. У печени десятки функций. Угу. И кроме того, что печень участвует в очищении, то есть детоксикации, она принимает участие практически во всех видах обмена. В углеводном обмене, в жировом обмене, в белковом обмене. И огромное количество белков производится именно печенью. Печень участвует в витаминном обмене, производит факторы свертывания крови. По сути, это основная биохимическая лаборатория нашего организма, в которой протекают все эти реакции. И если уж говорить о причинах, почему печень может страдать, их на самом деле очень много. И кроме тех, которые на слуху, и много пациентов таких с хроническими гепатитами вирусными, очень много других факторов, которые могут вызвать заболевания печени. Такие, как, допустим, жировая болезнь печени. И у пациентов с избытком веса, сахарным диабетом, с нарушением липидного обмена, то есть всех тех компонентов так называемого метаболического синдрома, может также вторично страдать печень. Это может быть алкоголь. Ну, как бы это общеизвестный фактор, но, тем не менее, об этом нужно помнить. Лекарственные препараты. В наш век, когда очень много лекарственных препаратов производится, назначается пациентам, люди зачастую сами в аптеках приобретают лекарственные препараты, биологически активные добавки бесконтрольно пьют. Очень большой процент сейчас стал именно лекарственных повреждений печени. Это болезни, которые связаны с самим организмом, так называемые аутоиммунные заболевания. Все они приводят к гепатиту. Потому что гепатит, если переводить с латинского языка, это воспаление печени. Причин много. И независимо от того, какая причина вызвала воспаление в печени, то есть гепатит, путь будет практически вот таким стандартным. То есть сначала идет воспаление, потом отмирают клетки печени, на их месте разрастается фиброзная ткань, формируется фиброз, цирроз печени, рак печени или там декомпенсация цирроза печени, и мы таких пациентов теряем. Поэтому нам нужно не допустить прохождения всего вот этого патогенетического пути. Алмагуль Еркиновна, расскажите, пожалуйста, о причинах. Еще какие причины существуют именно в возникновении этой патологии? Помимо того, что есть приобретенные причины, в принципе, есть и врожденные, но это в основном в детской практике встречается, когда у деток развиваются обменные нарушения, наследственные, генетические проблемы. Это тоже очень большой пул пациентов, которые нуждаются в помощи медицинской и которым тоже нужно оказывать своевременную помощь. Тоже существуют свои патогенетические методы терапии. Вирусные гепатиты, то, что мы обсуждаем, очень активно. И настолько
сегодня это глобальная проблема. Проблема не для только Казахстана, но и для всего мира. Угу. Потому что Всемирная организация здравоохранения приняла глобальную стратегию по борьбе именно с вирусными гепатитами, угу, для того, чтобы элиминировать их. Угу. Ну вот, если мы сосредоточим сейчас свое внимание, опять же, на истории этих вирусных гепатитов, да, это природные заболевания или все-таки созданные руками человека, скажем так, патологии? Ну, вряд ли, конечно, это созданная руками человека патология, потому что они существовали с тех времен, когда и методов для создания подобных заболеваний, наверное, не было. Угу. Вот. Хотя сама история открытия вирусов гепатита, если мы, допустим, будем говорить о хронических гепатитах, угу, вирусных, это 3, Б, С и Д. Угу. История, на самом деле, не очень давняя. Угу. И первый из открытых вирусов – это был вирус гепатита Б. В 1966 году открыл его Бламберг, и этот вирус был выделен из крови австралийского аборигена. И до последнего времени вот, исследование на вирусный гепатит Б называлось «Дайте тест на австралийский антиген». То есть история, она идет оттуда. И через 10 лет спустя, после момента открытия вируса, Бламбергу была присуждена Нобелевская премия в 1976 году. То есть настолько это значимое событие было. В 1977 году вирус гепатита D был открыт, и вирусный гепатит С – это наименее такой давно открытый вирус. Он был впервые выделен в 1989 году. Вот. И независимо от того, каким вирусом инфицируется пациент, он у него вызывает в конечном итоге воспаление, некроз, фиброз и первичный рак печени. Угу. Понятно, что эпидемиология, распространенность вирусов, она разная в разных регионах. Угу. Если мы даже посмотрим на нашу страну, то в Казахстане эпидемиологическая картина, она разная в зависимости от региона. Угу. Вот где-то больше одних вирусов, где-то больше других вирусов. А вот не может быть так, что, ну вот скажем, гепатит, вирусный гепатит такой переходящий, А, Б, скажем, А, Б, С, Д, и вот он переходит от одной стадии к другой, в человеке, в одном человеке? Нет, это разные организмы, угу, и вирус не может переходить из, так скажем, одного вида в другой. Угу. Вирус что может делать? Вот, в принципе, резон в вашем вопросе есть. Он может мутировать. Угу. И это происходит естественным образом, допустим, тот же вирус гепатита Б, либо под воздействием лекарственных средств, угу, которым мы пытаемся его убить. Возможны мутации вируса, но он, угу, никогда, естественно, не может перейти из одного вида в другой. Угу. А почему мы называем, ну, не мы, а, скажем, все, гепатит, вирусный гепатит именно тихим убийцей? Почему его называют тихим убийцей? Или ласковым убийцей, да, еще? Да, любят эту терминологию, потому что на самом деле вирусные гепатиты сегодня в современном мире, они не дают какой-то клинической картины. Люди могут говорить просто о том, что у них есть слабость какая-то, снижение трудоспособности, утомляемость, на которую они могут даже не обращать внимания. И потом уже через много-много лет, уже когда развивается очень тяжелая стадия уже развития фиброза, цирроза печени, угу, тогда появляются основные симптомы, угу, ну, когда уже продвинутое получается заболевание. А, угу, до этого момента обычно бывает, что симптомов никаких нет. Угу. То есть человек абсолютно ничего не чувствует. Здоров, ведет здоровый образ жизни или свой нездоровый образ жизни, угу, то есть тот обыденный, который он привык вести. Угу. Никаких симптомов. То есть печень – это достаточно такой орган, который может очень долго-долго компенсироваться, очень долго-долго выполнять свою основную функцию. Угу. Этим и уникальна наша печень. Угу. Ну, еще такой вопрос. Говорим, печень, она увеличивается, да? Она может увеличиваться именно в размерах. И до какого вот она размера может, какого размера она может достигнуть вообще? Пока не лопнет. Пока не лопнет или как? Что с ней вообще происходит? Она все, наверное, всю брюшную полость нашел. Серег, ну, на самом деле не в этом проблема. Угу. Да, действительно, при многих заболеваниях печень на начальных этапах увеличивается. Угу. То есть, когда она воспаляется.
Но у пациентов с продвинутыми стадиями заболевания, с циррозами печени, ну, допустим, у нас в клинике нашего института мы больше таких пациентов тяжелых видим, она наоборот уменьшается, она сидит под реберной дугой, ее даже пропальпировать невозможно, она уменьшается и сморщивается в размерах. Чем меньше печень, тем хуже, вот на самом деле. Ну вот мы говорим, именно ожирение как-то влияет, да, тоже на печень. То есть печень, она тоже покрывается, да, какой-то оболочкой жировой получается, или как это все происходит? А как сосуды? Там же есть большие и малые сосуды. Что с ними происходит? Ну, все чуть-чуть по-другому обстоит. У пациентов с метаболическим синдромом, у пациентов с избытком веса, с ожирением, сахарным диабетом, с высоким холестерином, триглицеридами, наблюдается отложение жира в печени. То есть он не в капсуле, не снаружи откладывается, он кладывается внутри. В этом и проблема. И до поры до времени печень на это никак особо не реагирует. Но откладывается жир и откладывается. Да, она может увеличиться в размере, какие-то там изменения на УЗИ появятся. Но с течением времени вот этот жир, он вызывает в печени воспаление. И начинается, собственно говоря, гепатит, так называемый неалкогольный стеатогепатит. И потом, ну, запускается весь патологический процесс. Примерно у 30% пациентов с жировым гепатитом в течение 10 лет разовьется цирроз печени. И от 5 до 30% из этих пациентов разовьется первичный рак печени. Вот это да. У нас наряду телефонный звонок. Алло. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Ну что ж, кто ответит на этот вопрос? То есть телезритель говорит о том, что у него увеличена печень. И вообще, что делать ему? И нет вирусных гепатитов. Да. Я так понял, он сдал анализы, у него вирусных гепатитов нет, да? Да, то есть и является ли это гепатитом или нет? Ну, и вообще, что ему делать? Он, наверное, ну, для начала, наверное, к врачу сходить. Вот. Для начала сдать стандартный перечень анализов, начиная с общего анализа крови, функциональных проб печени, то, что, ну, мы в обыденной жизни зовем биохимия. Вот. И сделать ультразвук, посмотреть УЗИ. Если там действительно нет вирусов, возможно, какие-то другие причины увеличения печени. Может, у пациента есть ожирение, может быть, потребление алкоголя, может быть, потребление каких-то лекарственных средств. То есть факторов очень много. Факторов очень много. И они, да, у него могут быть алмогулеркеноправа, может быть, у него проблемы с сердцем. То есть факторов очень много, и само по себе увеличение печени, оно лишь говорит о том, что нужно провести обследование. Диагноз будет после лабораторных анализов понятен. Поэтому, дорогой телезритель, вы не переживайте. Если вы живете в городе Алматы, пожалуйста, НИИ кардиологии и внутренних болезней, у них двери всегда открыты. Можете, вот вы сейчас перед собой видите двух специалистов высококвалифицированных. Обращайтесь. У нас наряду еще телефонный звонок. Добрый вечер, ассаламу алейкум. Вы в прямом эфире. Я хотела узнать, я болею панкреатитом. Как? Это излечимо или неизлечимо? Панкреатит. Ну, мы ответим, не совсем так. Наша тема, как бы сегодня. Хорошо, ну ничего. Так, у нас наряду еще второй телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. У меня обнаружили, сказали, что есть гепатит В неактивный, анализы сдал, там не отрицательный какой-то, а С есть. В первую очередь лечить Т или Б, я что-то не понял там. У нас с этим вопросом. С или Б, да? А откуда сам? А откуда вы? С какого региона? С какого города? С города Тарас. С города. Специалистам узким обращались, да? В своем городе? Так, смотрите, у нас... Давайте на первый вопрос. Да, у нас еще... Алло? Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Да. Я болела панкреатитом. Это излечимо или неизлечимо? А, вы болели панкреатитом? Да, до сих пор я болею. Вот, принимаю лекарства гормонально, это
можно или не, вообще нельзя? Угу. Все, вопрос ваш ясен и понятен. Ну что ж, теперь осталось только ответить на их вопросы, на вопросы наших дорогих телезрителей. Ну им повезло, потому что Алма Гулеркена одна из авторов клинического протокола по лечению панкреатита. Отлично. Вот, хотя, конечно, это не тема сегодняшнего эфира, но в любом случае думаю, что мы зрителю ответим. Конечно. Да, хотела тоже пояснить. Если диагноз панкреатит выставлен, это такое же хроническое заболевание, как и сахарный диабет, артериальная гипертония, поэтому здесь нужен регулярное наблюдение, естественно, у доктора, регулярно принимать препараты, которые положены при панкреатите. Я чуть-чуть, конечно, не поняла насчет гормональных препаратов, возможно, имелось в виду заместительная ферментная терапия. Угу. Туда она при панкреатите постоянная. Ну, то есть она говорит, того, я болела, что... возможно, она уже переболела? Возможно, болевой синдром был или какие-то симптомы, проявляющие панкреатит, возможно, они были, сейчас их нет. Угу. Поэтому, конечно, я очень рада, что их нет сейчас, что они не беспокоят пациентку. Но если диагноз выставлен правильно, еще раз повторюсь, то да, это постоянный прием препаратов, который необходим в соответствии с протоколом и международными рекомендациями. Угу. Вот я по второму пациенту, там достаточно серьезная ситуация, скорее всего. Вообще у нас вот Тараз, Жамбылская область, Южно-Казахстанская область – это эндемичные регионы по гепатиту D. Гепатит D – это наиболее серьезный и трудно поддающийся лечению вирус. И если мы говорим о излечимости, допустим, гепатита С, 95-97% на современных режимах, гепатит Б мы можем контролировать, то есть полностью избавить пациента невозможно, ну, в большинстве случаев, но контролировать можно, то гепатит Д очень плохо поддается лечению, всего 15-20% случаев. Поэтому вопрос вот у телезрителя был, стоит ли успокоиться, если у него вирус гепатита B отрицательно не выявляется? Успокаиваться не стоит, потому что у большинства пациентов, у которых есть два вируса, B и D, эти вирусы, они вместе существуют, B-вирус, он действительно бывает отрицательным только потому, что вирус гепатита D его давит. Я бы посоветовал обратиться к специалистам, и у нас в Таразе есть очень хороший гепатоцентр. Там есть великолепный гепатолог Аскар Мырзахметович, так что к нему можно обратиться. Аскар Мырзахметович, да, запоминайте, дорогой телезритель. И он назначит стандартное обследование, то есть кроме маркеров, кроме ПЦР, это будут и функциональные пробы печени, и эластография печени. Вот. Поэтому по результатам этого обследования будет вынесено решение, нужна ли пациенту противовирусная терапия или нет. То есть не факт, что все пациенты там в 100% случаев нуждаются. Если нужна, то какой будет ее режим? В принципе, это все стандартные рекомендации, и они прописаны. Дорогой телезритель, все, вы можете прямо с завтрашнего дня идти в гипоцентр и обратиться к врачу за помощью, да? У нас на ряду еще два телефонных звонка. Ассаламу алейкум, добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Алло, да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Уагаликам ассалам, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые, приветствуем уважаемых гепатологов. Да, нам нравится ваша передача. У меня три вопроса. Спасибо большое. Первый вопрос. Как влияет увеличение числа предприятий быстрого питания, бургеры, на заболевание печени? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Угу. Второй вопрос. Экологическая обстановка в Алматы. Какое влияние оказывает? Угу. Хорошо. Второй вопрос. На заболевание печени. Угу. И третий вопрос. Профилактика печени в осенне-зимний период. Спасибо. Отлично. И вам спасибо за ваши вопросы. Почему весенне-летний не спрашивают? Да. Мне можно теперь просто сесть и даже не заглядывать в сценарий свой. Хорошо. Первый вопрос. Про фастфуд. Про фастфуд, да. Ну вы начнете?
В Казахстане исследований по влиянию фастфуда на состояние здоровья граждан и функционирование печени не проводилось. Но есть наблюдения, которые в мире накоплены. И хочу сказать, что в последние десятилетия мы видим рост ожирения среди подростков фактически на 60-70% в разных странах по-разному большие это происходит. Цифры, да. Это большие цифры, и если вы заметите, то даже мы в обыденной жизни встречаем все больше и больше вообще полных людей, в том числе и детей, и подростков. И среди факторов, которые способствуют ожирению в целом и неблагоприятному влиянию вот такого ожирения на печень, безусловно, существенное место занимает фастфуд. Поэтому понятно, что иногда там детям хочется зайти в этот фастфуд, там съесть те же там чипсы, там гамбургеры, колу выпить. Но картошка фри. Картошка фри, да, может быть, всем нам хочется это сделать, но должны быть ограничения, потому что это однозначно доказанный фактор развития ожирения, метаболического синдрома и вторичного влечения печени. А может быть такое, вот смотрите, человек на правильном питании, не диета, правильное питание, он хорошо питается, овощи, фрукты. Но вот мы говорим, что наши органы, они имеют также функцию памяти. Если на протяжении долгого времени человек, скажем, ну вот он на правильном питании, все, никаких фастфудов, он прям, все, прямой путь, и идет он по нему. И тут раз тебе через 7 месяцев, 8 месяцев, и он сорвался. Или год он сорвался. Что может произойти с печенью? И он прям через эти 7-8 месяцев, прям у него каждый день фастфуд на фастфуде. Что может произойти? Это же возможно же такое? Понимаете, в этой жизни во всем важна умеренность. Отлично. Умеренность и разумность. Поэтому, ну, я не думаю, если человек там несколько раз в год будет есть фастфуд, произойдет что-то страшное. Но если это систематическая привычка, ничего хорошего в этом нет. Даже если посмотреть по составу той же глюкозы вот, в сладких газировках, то есть я не называю какие-то конкретные там названия коммерческие, то доходит до 8 ложек сахара в одном стакане. Если мы посмотрим просто вот на содержание сахара в газировках, которые в открытой продаже есть. Вы можете себе представить, что человек получает? Вот. А если вдаваться уже в дебри и думать о том, какие пищевые добавки добавляются там для вкуса, для запаха, для того, чтобы посетители, пройдя мимо этого заведения, захотели туда зайти. То есть это же все не просто так. Да, целый маркетинг. То есть, иллюзия обоняния. Ну, как хотите это назовите. То есть мы, допустим, врачи к этому относимся настороженно. И вот сейчас, когда мы говорим о том, что не бывает диет вообще, бывают какие-то принципы рационального питания. То есть вот это питание, оно нерационально. И если мы посмотрим на рекомендации ведущих международных сообществ в области диетологии, европейское, азиатское, американское, то ограничение или исключение фастфуда – это один из принципов. Вот. Второй вопрос. Второй вопрос про экологию. Расскажите про экологию. Экология, как она может влиять? Она напрямую не влияет на заболевания печени. То есть у нас нет такого причинного фактора – плохая экология и развитие гепатита, к сожалению или к счастью, то есть таких примеров нет. Если мы говорим про какие-то косвенные вещи, экологические, то да, здесь могут быть проблемы, ну, инфекционного больше характера, возможно, те же инфекции могут обостряться, если есть. Но в Алмате у нас такого кризиса я так не заметила, если говорить про инфекционные заболевания, типа гепатита А или там холеры или сальмонеллеза, таких каких-то вспышек резких не было. Если мы говорим про какие-то дефицит витаминов, но дефицит витаминов, он тоже относителен, то есть, в принципе, витамин D только если из-за того, что солнца мало, и все. Больше исследований проведено, на самом деле, по влиянию экологических факторов, ну, что касается города Алматы конкретно, из тех, которые я знаю, может, я чего-то не знаю, да, влияние на дыхательную систему, поскольку все-таки выхлопные газы, вот наша основная проблема.
совсем наши. Угу. Давайте третий и на третий его вопрос. Про профилактику. Да, про профилактику. Ну, быстренько. Телезритель так интересно задал его про, он сказал, осенне-зимний период. Да. Да? Вообще профилактика болезни печени, она круглогодичная. И как вы поняли, это ведение здорового образа жизни. То есть это правильное питание. Если там будут вопросы отдельно, мы, может быть, как-то это расшифруем, что это такое. Это профилактика заражения парентеральными гепатитами. Угу. То есть по возможности, если в этом нет необходимости, не посещать, ну, какие-то небезопасные, допустим, те же салоны, маникюры, сомнительные, маникюр, педикюр, пирсинг, татуаж. Вот если женщины делают маникюр, педикюр, лучше все-таки это делать, если в салонах, то со своими инструментами. Угу. Вот. Посещение, опять-таки, различных медицинских, немедицинских организаций, ну, большей частью частных, с большой осторожностью, чтобы вы были уверены, что никто никого ничем не заразит. Понятно, это ведение здорового образа жизни, исключение токсических доз алкоголя. То есть я не говорю о том, что алкоголь, он противопоказан абсолютно. Ну, mm-hmm. Есть там определенные пороги, опять-таки, если будут вопросы, мы ответим на них. Это факторов риска заражения, таких как, допустим, применение наркотиков и так далее. То есть ведение здорового образа жизни и все-таки оберегать себя от риска инфицирования. Мы обязательно к профилактике еще вернемся. У нас наряду еще два телефонных звонка. Давайте ответим на них. Добрый вечер, ассаламу алейкум, вы в прямом эфире. Я хотел спросить, если гепатит БС, это влияет на суставы? Ага, вот, хорошо. Отлично, принято. Так, теперь второй телефонный звонок. Алло, добрый вечер, ассаламу алейкум. Здрасте, здравствуйте. Откуда к нам звоните? Я звоню. Он такой вопрос. У меня муж болеет хроническим гепатитом. Ему назначили таблетки тенофовир. Я его покупаю, он каждый месяц его пьет. Ну, как мы перестали это покупать, у него повышается обратно. Ну, сдает анализ, у него повышается обратно. Если он пьет, он понижается. Есть какие-то другие препараты, которые он излечит? Еще второй вопрос. Мы в Алматинской области живем. Да. Вы можете порекомендовать какой-то препарат, чтобы мы через поликлинику стали на учет и как-то, еще как-то по-другому? И есть ли другой препарат, который можно заменить тенофовир, потому что тенофовир, он дорогой очень. Первый пациент с Тараза, он спрашивал, может ли гепатит на суставы. На суставы, точнее. Гепатит Б и Д влияет на суставы. Да, вполне возможно. Вполне возможно, да, влияние гепатита на суставы. По гепатиту Б, наверное, Алма Гулеркяновна расскажет по пациенту. Хотелось бы просто маленький комментарий сначала сказать, что, к сожалению... Это вот на второй вопрос. По второму вопросу пациенту не рекомендовано вот это прерывание приема препаратов и то, что они прекращают по каким-либо причинам, зависимо от них или не от них, а прием препарата, это достаточно плохо отражается на самом ответе на противовирусную, на лечение гепатита Б. По поводу замены, ну, вообще, тенофовир – это препарат номер один сегодня в лечении гепатита Б. К сожалению, препарат, который дает возможность только контролировать гепатит Б, и только через какой-то длительный прием лекарства мы можем, оценив анализы, подумать, выздоравливает пациент или нет. Но, опять-таки, до этого тоже Александр Витальевич отметил, что мы можем взять хороший контроль при условии, что постоянно прием идет препаратов. Сегодня что мы можем сказать самим пациентам о том, что со следующего года этот препарат входит в гарантированный объем и будет возможность, я думаю, что бесплатно получается в рамках гарантированного объема лекарства, постоянное, бесперебойное, надеюсь. То есть государство для этого очень много сделало, министерство очень сильно поддержало. Поэтому мы надеемся, что до наших пациентов дойдет эта медицинская помощь в том объеме, в котором хотелось бы.
Просто на учет нужно стоять. На учете надо стоять обязательно у доктора, да, в гепатоцентре. Сегодня гепатоцентр существует во всех регионах нашей страны. Вот доктор, ой, пациент спрашивал, куда лучше прикрепиться. Просто Алматинская область очень большая, и сказать конкретно, куда именно идти, прикрепляться нам сложно, потому что мы не совсем поняли, какой именно регион Алматинской области, да, но есть официально централизованный гепатоцентр в Талдыкургане. Угу. Можно туда обратиться, можно туда периодически раз в полгода, раз в год тоже обращаться по необходимости. Это тоже входит в гарантированный объем помощи медицинской. И по месту жительства всегда есть доктор или гепатокабинет, или кабинет инфекционного врача, где тоже можно получить квалифицированную помощь и наблюдение. Отлично. У нас наряду еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, ассаламу алейкум. Мен Атырау өңірінен Бақыт. Рахмет. Ана Александр Нерсес деген ініме бір сұрауым бар еді. Иә. Yeah. Гепатит передается по наследству. Хорошо. Еще есть какие-нибудь вопросы? Потом второй вопрос. Альмагүл қарындасыма. Почему убрали этот, как его, гемобез? Такая хорошая система была, укол. Угу. Почему сейчас нету в продаже и не используют его? Хорошо, все, отлично. У нас на ряду еще телефонный звонок, давайте и ответим на него. Алло, добрый вечер. Сәлеметсіз. Қай жерден звондап тұрсыз бізге? Мен ана Шымкенттен звондап тұрмын. Аха, Шымкент қаласынан. Гепатит сыны апрельде кеткеніне 2 жыл болды. F4 100% фивроз деп берді де маған. И анандай гепті алды, ала бер дейді. Ешқандай несі жоқ. Андай бауырым ауырады да. И не жаңа бір вирусты өлтіретін дәрілерді өте қымбат айтып отыр ғой, саған 1 миллион керек дейді маған, оны мен қайсысын сатып аламын, қалай болады оны? Вы в прямом эфире, ассаламу алейкум. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Откуда к нам звоните? Караганда, Караганда. Караганда, угу. У меня объявлено вот это гепатит В и Д. На нее есть препараты противовирусные? И назовите их, и какая страна производит этот препарат? Спасибо. Ух. Хорошо, прям все детали и подробности. Так, ну с первого вопроса начнем, да? Передается ли гепатит по наследству? По наследству. Вирусный гепатит по наследству не передается. Это инфекция, это заразная болезнь. Она передается от человека к человеку. Uh-huh. Бывают случаи, когда от матери во время родов передается к ребенку. Uh-huh. Но это опять-таки не наследственный путь передачи. Uh-huh. Это контагиозный путь передачи. Отлично. Так, на второй вопрос. На самом деле у препарата просто не было достаточной доказательной базы. И наоборот, даже были исследования о том, что он может быть нефротоксичен. В связи с этим его, в принципе, сняли с производства. И сегодня его никто не производит в мире. А потом показания к этому препарату достаточно были сложные тоже. И если есть необходимость у пациента обследоваться, возможно, будут более лучшие и качественные препараты назначены. Я думаю, если он придет на консультацию к доктору. Ну, про гемодез вообще интересная история его создания. Изначально он создавался как носитель какого-то лекарственного средства. Гемодез – это пластмасса, это очень мелкие крупинки пластмассы. И подразумевалось, что вот на эти крупинки будут нагружать какой-то лекарственный препарат, и он будет доставлять. Но это давно было еще в Советском Союзе, и этот проект не очень удался, а пластмассы много оставалось. Вот. И стали выпускать вот этот препарат гемодез. На самом деле, позже выяснилось, что, ну, по большому счету, никакими дезинтоксикационными свойствами не обладает. Кроме того, он может забивать почки. И да, и вызывать острые почечные повреждения. Поэтому этот препарат сейчас не применяется. Вот, и вряд ли, наверное, его кто-то выпускать уже будет. Так, третий вопрос с Шымкента звучал, женщина звонила. Третий вопрос. Почему-то ей предлагают... она говорит по гепатиту С, лечение, и оно дорогое было. Но я думаю, что F4 поставили по фиброскану.
Ну, мне кажется, что пациентка... Она 20 килопаскалей, да, назвала? Да, 100%, да, сказали, что как F4 фиброз. Ну, я думаю, что она в гепатоцентре в Чимкенте может тоже так же встать на учет. И у нас обеспечивается по гарантированному объему пациента лечением, тем более с такой продвинутой стадией заболевания. Со следующего года нам также, в принципе, одобрили терапию безинтерфероновую, которая подходит для всех генотипов. Поэтому я думаю, что есть возможность все-таки в рамках гарантированного объема получить данное лечение. Ну, можете просто, наш дорогой телезритель, встать на учет. И, то есть по порталу, да, и приехать даже сюда к нам в город. Ну, по порталу необходимости. Смысла никакого нет, потому что в Чимкенте есть великолепный гепатоцентр, он находится на базе областной больницы, там работают наши коллеги, с которыми мы дружим, общаемся. Вот, поэтому там нужно просто встать на учет, и у нас пациенты с тяжелыми фиброзами, выше чем F2, обеспечиваются противовирусной терапией. На следующий год будут еще более безопасные режимы лечения. Я думаю, что пациентка их сможет получить. Главное просто официально встать на учет. Ну и, возможно, у людей же всегда же психология от врача зависит. Отношения с врачом. Возможно, ему интересен другой врач. Он где-то... Просто видите, в медицине вообще и ну, вот в нашей специальности, в частности, сейчас уже такое время, когда нет каких-то индивидуальных подходов. Этот врач или там профессор лечит так, этот лечит по-другому, в этой стране такой подход, в этот другой. Мы все двигаемся по одним и тем же стандартам. Никто как бы не имеет ну, каких-то полномочий этот стандарт поменять и сказать, что вместо, допустим, вот этих режимов терапии вы делаете там что-то другое, там, ну, гемодез, условно говоря. Поэтому неважно, в какой там гепатоцентр пациентка обратится, в Шимкенте, у нас, в другой стране мира, то есть ей назначат одну и ту же схему терапии. Это на заметку вам, дорогие телезрители. Да. Да, потом у любой тяжелый случай не всегда имеют возможность регионы выходить на консультацию к нам по телемедицине, поэтому для нас это тоже не проблема. Так вот, третий вопрос, давайте мы ответим, иначе оставим. Последний вопрос был по гепатиту D. Пациенты из Караганды спрашивают, телезрители из Караганды спрашивают, какие препараты одобрены. Ну, на самом деле, не видя пациента, перечислять какие-то препараты трудно, и, наверное, не совсем корректно какие-то коммерческие названия препаратов в прямом эфире перечислять. Я лишь скажу о том, что единственной группой препаратов, которая одобрена для лечения D-гепатита, это препараты, которые относятся к группе интерферонов. На данный момент это препараты не очень эффективные, к сожалению, но ничего более эффективного нет. То эффективность в пределах 20%, не больше. Препараты, у которых есть свои побочные эффекты, поэтому прежде чем их назначить, врач должен 100 раз подумать, поможет это больному или навредит. Поэтому это вопрос такой очень серьезный. Новые препараты сейчас разрабатываются. Но что касается гепатита D, здесь все сложно, потому что его очень мало. Если мы говорим гепатита С, там в мире 170 миллионов, Б там 350 миллионов, гепатита D всего 15. Поэтому, естественно, количество исследований не такое большое и не в таком большом числе стран. Но надеемся, что в ближайшее время наука не стоит на месте, появится более эффективное. Ну вот буквально вчера прошла конференция. Расскажите поподробнее об этой конференции. Что там, какие вопросы поднимались? И самое главное для наших телезрителей узнать, и для меня, какие инновационные технологии именно в плане лечения, может, что-то кто-то выдвигал, говорил. Что там происходило? Серик, спасибо большое за этот вопрос. Для нас действительно приятно, что в Алматы прошла очень солидная международная конференция. Она называется «Центральноазиатская гастронеделя». И наш институт кардиологии внутренних болезней, Казахская ассоциация по изучению печени, Казахское научное общество по изучению кишечника традиционно раз в 2 года эту конференцию проводят. Это более 500 участников, больше 25 стран. Это больше 105 лекторов, то есть это очень большое мероприятие. Мы обсуждали вопросы и гепатологии, и вопросы гастроэнтерологии, вопросы раннего выявления опухолей, скринингов. И вот важным событием на этой конференции являлось то, что
была озвучена и представлена дорожная карта по борьбе с вирусными гепатитами и их последствиями. Угу. Министр подписал буквально 26 числа, 26 октября эту дорожную карту, и там четко расписаны меры в соответствии со стратегией Всемирной организации здравоохранения. Теперь и в Казахстане есть такая стратегия, начиная от профилактики заражения, заканчивая улучшением лабораторной диагностики, доступа к лечению, лечению пациентов, у которых заболевание уже на стадии, когда требуются, ну, более серьезные методы, там, трансплантация печени. Mm-hmm. Вот. И эта карта, она охватывает все разделы. И я думаю, что успешно реализовывая вот эту карту, мы достигнем тех целей, которые ставит сейчас и Всемирная организация здравоохранения. Это снижение на 30% к 2020 году инфицированности гепатитами и на 90% к 2030. Угу, угу. Поэтому вот это такие важные индикаторы. И то же самое касается смертности. Угу. То есть смертность должна быть существенно снижена. Угу. Ну что ж, я надеюсь, что сегодняшний наш прямой эфир, наша программа была очень полезной. Во-первых, для наших телезрителей, которые звонили к нам со всех уголков нашей необъятной страны. И, во-вторых, я хочу сказать огромное спасибо, что вы пришли, рассказали нам все о вирусных гепатитах, поделились своими знаниями, поделились тем, с чем вы сталкиваетесь и вообще будете сталкиваться в повседневности. Выражаю вам просто огромную благодарность. Ну что ж, дорогие телезрители, в конце нашей телепередачи, прямого эфира, хотелось бы сказать, что вот такие специалисты, которых сейчас вы видите перед собой, они стоят на страже, на защите нашего организма. Поэтому что нам остается делать? Нам остается просто придерживаться рекомендациям врача. Также мы должны придерживаться правильному питанию, заниматься спортом, физической культурой, ну и так далее. И в конце хотел сказать, берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Ассаламу алейкум.